последнее время выборы приобретают цивилизованный характер. Так считает губернатор региона Игорь Кошин. Об этом он заявил журналистам после того, как принял участие в голосовании. Глава субъекта уверен, прозрачные выборы – это результат успешного развития страны в целом. Ровно проходит избирательная кампания, практически нет жалоб, практически нет нарушений, нет скандалов, знаете, этого так называемого черного пиара. Это говорит о том, что это говорит об уровне развития страны в целом. А в нашем случае об уровне развития округа. Что касается сегодняшнего дня голосования, то Игоря Кошина приятно удивило количество кандидатов на пост депутатов в горсовет. Ведь в основном это молодые и еще пока никому не знакомые лица. Глава региона считает, конкуренция на этот раз высокая. Вы знаете, самое важное, что появляются новые лица, молодые, хорошие, умные ребятки, которые не просто отсиживаются где-то там на кухнях и говорят, а вот как все плохо, а реально двигаются во власть, идут со своими программами, идут со своими идеями. И, конечно, это замечательно, потому что есть запрос на новые лица, и очень хорошо, что у нас они появляются.